Всем привет! Всем привет! Привет, ребята! Сегодня у нас будет, наконец, с тобой огромная распаковка! У нас огромная распаковка всякой всячины, и детская, и взрослая, и мы решили это сделать вместе с вами. Давно у нас не было распаковок вообще, в принципе, на Sweet Home. Как-то было, но это было кучу лет назад. Очень давно. Да, у нас как онлайн-заказ, так офлайн покупки тоже есть, и вот хочется... С вами поделиться. Да. Начнем, наверное, давай с... Давай с Анюткина. Да, я точно. Думаю. А потом точно. Перейдем к коробке. В общем-то, в этом году, так как Аня уже ходит, бегает, да, мы ей приобрели новый зимний снежный комбинезон. Вот такой вот комбинезон, он и цветной, но при этом спокойный, очень теплый, так что теперь можно смело ездить на санки, кататься на санках в снег и не бояться, что, в общем-то, ребенку будет холодно. Классно. И так далее. Классно, мы взяли его по скидке, по очень тоже хорошей цене, и также взяли ей еще варежки. Не было более каких-нибудь бледных, были только такие яркие, но нам кажется, все равно сюда подходит. Ну, перчатки можно менять. И вообще этот классный комбинезон тем, что он не очень толстый. То есть он как бы и теплый, но спокойно можно... температурная, как бы температуру ребенка можно контролировать именно одеждой, которую он надевает под этот комбинезон. Да. Если на улице не сильно холодно, комбинезончик, тоненько какое-нибудь термобелье и отлично. Похолоднее, попрохладнее, одел потеплее ребенка. Здесь это классно, потому что у нас был один комбинезон у Анюты, он был прям очень теплый. Розовый, да, который, да, в прошлом он году, прям, но он сейчас, она уже маленькая, да, на него. Так что, такой вот, да, классный комбинезон. Еще что мне нравится, так как этот комбинезон рассчитан на двухлетнего ребенка, но он очень длинный, и здесь можно вот так вот завернуть рукава, и то же самое можно сделать с ногами, то есть вот так вот хоп, и все, и спрятал. Мне тоже кажется, что это классная возможность, то что оно есть, это. Ну что, следующий, наверное... Да, нет, давай вот это. Это? Да, это. А потом перейдем к этому. Хорошо. Такая коробка большая. Заказывали мы с Ваней на сайте sportspam.com. Это аутлет-магазин онлайн, где продается все по скидкам. И так, всегда. Всегда, да, там всегда скидки. Всегда. Пока Ваня разрезает скотч, он принес этот ножик. В общем, здесь нужно на этом сайте очень быстренько дело принимать решение и покупать, потому что так как это сайт аутлет, очень быстро разбирают размеры. Да. Я, кстати, мы когда делали заказ, делали мы это на Черную пятницу. И вот у нас она ждала распаковочки все это время. И там много чего уже не было. То есть забирали мы, можно сказать, последнее. Вот. Но там постоянно пополняется, что-то убывает. Обязательно зайдите на сайт, посмотрите. Там очень удобный фильтр, можно выставить ваш размер и смотреть уже все товары, смотреть, просматривать все, что есть в ассортименте, а именно уже конкретно по вашим размерам. Это очень удобно. Так, это наш список всего, да, то, что нам пришло. Да. Вообще, этот сайт на разных языках, на английском, на немецком, на французском, на русском нет, но вы можете напрямую нажать Google переводчик, который переведет вам сайта, и спокойно можно заказывать. Жилеточка, это для меня. Живенькая, сейчас напишет, что Катя. Это он сам себе выбирал. Да, я сам. Все, что здесь и для меня, я все сам себе выбирал. И, кстати, ребята нам это не присылали. То есть это мы сами купили. Хорошая. Такая вот классная. Более... У них, кстати, есть такая же, женская. Но Катя сказала, что у нее уже есть бежевая жилетка. Поэтому мы не стали покупать одинаковые. А так бы был прикольный фамилий лук. Ну, тоже, да. Жилеточка тоненькая. Это уже, наверное... Хотя сейчас у нас потеплело, ее еще можно носить. Но когда похолодает, естественно, будет уже как бы не актуально по сезону. Но на весну, и когда будет теплые деньки, и для Испании отлично подойдет. А вот это мне. Здесь шапка, молодцы, перчатки и шарф. Выбрала красного цвета, потому что я под них
Под это все я же луками составляла. Я теперь умно подхожу к покупкам. Вот. Сразу открываю. В общем, смотрите, какие я себе кроссы заказала. Вот такие. Прикольно. Они с элементами красного. И вот я буду их надевать. Например, я вся в белом. Вот эти кроссы. И вот эта вот шапка, шарфик тоже красного цвета. Мне кажется, будет классно. Офигенно. Да. Слушай, какие прикольные кроссовки. Угу. Они и мне самое... очень сильно понравились на сайте. Вот. Самое классное, что цены, еще плюс у нас есть промокод, ребят, можете заказывать, дополнительно 10% скидки. И цены супер вообще. По мне так красота. Прикольные. Прикольные, прикольные, они будут очень хорошо. Что там у тебя дальше? Так, я себе заказывал еще некоторую мелочевку, такую как носки, там цены, просто фантастика на носочек. Да, я взял марку Лото, или Лото, я не знаю как, и Эверласт. Так. И вот эта коробочка маленькая тоже похожа тебе, да? Это я брал маникюрный набор, ножницы, куст там, кстати, должен короче, быть все для ухода за ногтями? Да. Нет, и... Ваня, молодец. Ты молодец, что выбрал себе такой набор, потому что обычно у нас с ножничками маникюрными беда. Я вечно куда-то что-то унесу, Ваня потом ищет, а тут и лопатки, и пинцетик. Но мне все это не надо, мне нужны только ножнички и вот... Смотри, какие прикольные. Да, вот эти кусачки. Кусачки заостренные. Вот так что тоже скидка была дополнительная, я решил взять. Перчаточки у меня вообще нет, кажется, перчаток обычных. Вот таких вот на не супер холодное время. Для катания есть, естественно. А вот а просто так по городу на ходить? Прогуляться. Не, у меня одни есть серые. Так, это надо было снаружи, но... Прикольно. Прикольные, отличные. Перчатки, когда на улице не очень холодно, но руки мерзнут. И еще одна классная ветровочка для того, чтобы бегать. Этот день когда-нибудь настанет. Вот. Она очень тоненькая, прикольная расцветка. Мне нравится, что она яркая. Но она как бы яркая, но в то же время цвета не слишком сочные. Прикольная. Как тебе, смотри. Классно. Мне тоже кажется, прикольно. Да. Тут у меня есть белая. Сейчас еще будет дополнительно. Ну и также ее просто можно носить как прикольный накид. А что это розовое? Разве я что-то розовое заказывала? В общем, тут какая-то ошибочка. Надо будет проверить наш заказ. Может, я допустила ошибку, когда заказывала. Но вот этот костюм я хотела в белом цвете. Такие вот штаны и кофточка. Да, и вот у меня была идея этот костюм только в белом цвете. А вот эти кроссовки и уже шапочка и шарф. Но что-то пошло не так. Ладно, попробуем, померяем розовый. Он такой мягенький, это на ежедневный, да. Так, чтобы каждый день ходить. Да, такой мягенький, приятный. Но не попали с цветом. Но вот немножко неудачно. Цвет не тот, который я хотела, размер не подошел. Вот. Но я за тебя рада. Но этот костюм был очень недорогой, да? Не, он недорогой, плюс по скидке, то есть, да. В принципе, норм. Но все равно хотелось беленький. Да, как раз комбинировать с твоим красным, да. Красными аксессуарами. Вот эту жилетку я так хотела. Кстати, мы взяли размер побольше, вот, но я сейчас смотрю на она ее размер. Она совершенно не... Она будет как раз на него. Небольшая. Короче, это коллаборация Adidas и Lego. Давайте помогу. Смотрите, какая классная жилетка детская. Внутри такая вот желтенькая, снаружи бежевая и, естественно, эти... Человечки Лего. Человечки Лего. Блин, мне кажется, ему очень понравится. Угу. И расцветка классная. Да. Вот мне цвета... Вот как раз будете вы ходить с Ванюшей и там... Большое? Да. XS. Ты уже забыла?
Оверсайз такой. Оверсайз. У тебя есть классный такого же цвета шапка и шарф? Да. Вообще, мне сейчас нравится сочетание такого вот голубого и коричневого. Ну, с учетом того, что это XS, она гигантская на тебя. Я представляю, какая там XL была. Ну, это оверсайз, это сразу видно, что да. Такой... Но она все равно классная. Да, хорошая, классная. Так? Мне ее стилизовать? Классно, да, супер. Главное, что нигде ничего не продувает. Мне нравится. Мне тоже, мне цвет очень нравится. Мне очень нравится цвет. Я, кстати, когда искал вещи, увидела эту куртку, говорю: Катя, что берем? Она говорит: надо брать. Ну, уже и забыла, класс, что мы ее заказали. Забыла, да. Я просто по цвету помню, что я тебе такую заказывал. Вот видишь, почему я и забыла? Потому что ты заказывала. Но так поэтому у меня не отложилось в голове. Ну, слушайте, вот эта синяя кофта, которая мне понравилась, с красным тоже хорошо смотрится. Да, супер. И шапочка. То есть, да. Красиво. Тоже так ярко, хотя я в этом сезоне больше склоняюсь к таким спокойным бежевым, коричневым цветам, но вот синий с красным для разнообразия. А я, мне интересно, если скомбинировать, например, синий и красный шарф, или это будет не, если один, не два акцента? Надо или, например, шапка, перчатки? А шарф уже синий, да, или поиграться можно. Поиграть. Мне тоже кажется хорошо. Жилетка на мне сидит отлично, она... небольшая, то есть сюда толстую какую-то кофту надеть будет, наверное, слишком надуто выглядеть. То есть это такой прям вот весенний такой больше, да, вариант. Или ранний осенний. Ну или для Испании. В Испании, когда не очень холодно, отличный вариант. Но мне нравится цвет, надпись прикольная. Спинка. Сделал у нас один, подобавлял в корзину, потом посидел второй, подобавлял в корзину. В итоге... Дальше так, все тебе осталось. У меня вот такая вот кофточка. О, себе. Как прикольно. У меня очень... Ой, это я выбирала. Да, это ты мне ее добавляла. И о, я, прикольно. Когда ее увидел в корзине, думаю, классная. И я оставила даже в этом цвете. Там было и белое, и черное. Но оставила вот в синем. Вот это синее очень красивое. Синим. Горлышко такое на замочке. Ну, у тебя шикарно. Да, мне тоже нравится. Очень классно. Вообще шикарно. Кофточка вообще обалденная. Выглядит супер. Села на тебя отлично. И она по цвету очень к твоим новым кроссовкам подходит. Угу. Вообще классно. У меня костюм. Кофта хорошо, но штаны, несмотря на то, что это XS размер, они просто гигантские. Да. Они с меня спадают. И, короче, штаны... Штаны не подошли мне по размеру, при том, что это XS. Вот, кофточка хорошая, то есть она очень мягкая, приятная такая. Мне кажется, классная. Тут еще осталась футболка, и не только. И кроссовочки. Да. Так, наконец-то сегодня покупок больше у тебя, чем у меня. Я этому безумно рада. Вы не представляете, я сидела несколько дней. Я была как раз черная пятница, я в пятницу, в субботу, и в воскресенье в итоге все это оформил. Обычную, захотел себе просто черную футболку. Спойлер, я буду в ней спать. Нет, ты в ней не будешь спать. У меня другие есть черные футболки, в которых ты можешь спать. А это классная, такая вот простенькая, но в то же время классная. Да, классическая прямая классическая. Футболка. Я вот кровь. Такое очень ношу. Постоянно, часто, да. То есть мне нравится просто какой-то монотонный, ну, типа вот этой футболки. Однотонный. Ну, тут сзади есть принт, но у меня много футболок просто черных, просто белых, просто серых, просто зеленых. Просто красных. Да, так что это класс. Еще и хбшечка. Отличненько. Отличненько. Все, ну, у нас осталась одна последняя коробочка. И тут у меня мои новые ходули. Какие крутые ты себе выбрал. Да, люблю бренд J-Star, у меня много от них одежды. Увидел кроссовки, была дополнительная скидочка. Думаю, надо брать. Слушай, реально очень крутые. Кстати, в таком фасоне я и не носил, мне кажется, никогда кроссовки. Поэтому взял попробовать. Красивые. Мне тоже кажется классно. Они такие как замшевые, да? Угу. Очень приятные. У меня единственная проблема, у меня ноги постоянно потеют, то есть мне нужно, чтобы они дышали, хорошо дышали. Вот надеюсь, хорошо. Что в этих кроссовках у меня не будет этой проблемы, потому что это
ужас. Мне нужно чуть ли не тряпочный. Ну да, и сеточные. Короче, знаете, вот для бега сеточные. Да. Вот таких у меня ноги не потеют. А все, что закрыто, кожаное, у меня все потеет. Надеюсь, у них не будут потеть. Но выглядит классно. Да, красиво выглядит. Так, ну теперь пробежимся быстренько по мне. Я, конечно, я за тебя очень отсидел ногу. Ноги, да. Я очень рада, что ты много себе всего выбрал. Но ты решила перепрыгнуть, и сейчас откроешь свою. Ящик Пандоры открывается. Давай, давай, посмотрим. Но мы вместе это с тобой выбирали, и сейчас ребятам покажем. Это вот такая термокофта с такой вот штукой на голову. Балаклавой. Вот. Я себе до сих пор не купил костюм для... Второй сезон не может купить себе костюм. Термоноски. Это все для катания на сноуборде. Я умею кататься на лыжах, но у меня уже есть своя собственная доска, поэтому на лыжах я не катаюсь. Но... Ну ладно, не умеешь кататься, а умеешь стоять. Я умею стоять и тормозить. Делать акцент на том, что не кататься, а стоять, потому что... Хорошо, хорошо, я умею стоять и тормозить. Стоять. Короче, я это все к чему? К тому, что костюмы мне нравятся, фасоны, которые почему-то предназначены для лыж. Да. А я в этих костюмах катаюсь на сноуборде. Многих это триггерит, и типа... Им не нравится. Да, им не нравится. Что это такое, ты в таких костюмах катаешься? Я катаюсь в том, чем мне нравится. Мне не нравится у сноубордов то, что вот это вот все огромное. Вот я сама небольшого роста, вот это как надену вот это вот оверсайзное, там от меня ничего не останется. Поэтому я выбираю себе костюмчики для лыж, подчеркиваю свою фигуру и иду катаюсь себе в удовольствие. В Ойшо продаются лыжные костюмы. Я взяла себе вот такой вот бежевенький. Я хочу тебя в нем увидеть. Переоденусь. Давай. Так, вот так сидит на мне костюм. Как тебе? Мне кажется, супер. Супер. Он так выглядит, как будто что можно в нем и просто ходить, а не только кататься. Ну, классно. Мне тоже нравится. Не знаю, пишите, что хотите, но мне реально нравится и мне комфортно вот в такой одежде. Единственное, я вот не знаю, если ты наденешь защиту... Но она будет выпирать, как в моем другом костюме. У меня есть такого же фасона, только синий, я его на Эйса заказывала. И там я надеваю. И там у меня попа как у Ким, попа как у Ким. Ну, оно и так у тебя хорошо, но я думаю, будет выпирать. Спасибо, спасибо. Ты красавчик. Вот у меня футболочка. Кстати, буду иметь в виду, что у Adidas они достаточно большие, потому что L-ка на мне тут такая, получается, как оверсайз. Но надо немножко подкачаться, я думаю, будет нормально. Да? Надо начать бегать, надо подкачаться. Очень много, слушай, очень даже много, так хорошо выглядит. Очень много планов на будущий год. И кроссовки классные. И да, и кроссовочки такие классные сейчас. Все, ребят, вот такие вот у нас получились покупочки. Такая классная, мне кажется, распаковка. Очень удачная для Вани. Для тебя тоже. Для меня тоже в какой-то степени. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. И увидимся с вами в следующих видео. И всем пока-пока. Адьос.